Ну что ж, всем привет, дорогие зрители. Это не кликбейт, действительно, это, скорее всего, последний видеоролик на данном канале, и здесь я хотел бы прояснить несколько важных моментов, ну и, собственно, и рассказать, что будет дальше и почему все так вышло. Во-первых, хочу сразу сказать, что все события, которые там происходят в мире, ну и э, возможности блокировки YouTube и так далее, ну это как бы не было основной причиной, почему закрывается этот канал, потому что я принял решение о том, что скорее всего этот канал будет заморожен, ну примерно за месяц до того, как началась вся эта заварушка. Почему? Потому что было довольно много причин. ну Канал, он как бы рос, развивался, но не, та, но не с такой скоростью, собственно, он это делал, с которой, с которой мне хотелось бы, и, собственно, мне было немножечко жаль своих усилий. Вот, и, ну, это, это как бы связано со многими причинами, в том числе и с тем, что канал уже довольно старый, на нем неоднократно менялось направление, были перерывы и, и в общем, все это сказывалось на вот алгоритмы YouTube, плюс еще э, такие основополагающие проблемы с самим контентом и с его наполнением. В общем, это такая совокупность из многих-многих причин. И, в общем, я принял решение, что, скорее всего, я буду этот канал закрывать, ну, замораживать, то есть на, на нем все, все видео, они останутся, но просто я начну, по сути, новый канал с чистого листа, с немного другим контентом, но об этом чуть-чуть попозже. Или не попозже, в принципе, что оттянуть-то? Собственно, как мне кажется, скорее всего, YouTube его заблокируют. Вот. Поэтому, ну, это как бы все будет происходить не, не на YouTube, а ВКонтакте. Ну, скорее всего, потому что это из, остав... из оставшихся наиболее приспособленная площадка для того, чтобы делать видеоролики. Но я не собираюсь заканчивать, собственно, с производством контента, ну, потому что мне это просто нравится и приносит огромное удовольствие делиться своими какими-то знаниями. с разными разными людьми вот и собственно для того чтобы следить за тем ну когда будет выходить новый контент и на какой площадке, собственно, это будет все происходить. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Да, как бы это избито не звучало, но я тоже сделал свой телеграм-канал. И ссылочка будет в описании, и, собственно, там будут все анонсы. Что касается каких-то приблизительных дат, то, скорее всего, до конца Марта я буду еще полностью отдыхать от всего этого и примерно в ну, в начале апреля я начну уже более-менее э, работать и создавать новый контент и, ну, и собственно и вот как-то развиваться на новой площадке. Помимо этого, есть еще обращение к всем тем людям, кто спонсировал мой канал и контент как на Ютубе, так и на Патреоне. Вам, конечно же, огромнейшее спасибо. Но, друзья, в связи со сложившимся со сложившим. В общем, вы поняли, в связи со всеми этими обстоятельствами я вам очень сильно рекомендую и настаиваю, чтобы вы отпис... ну, прекратили свои там все финансовые поддержки и на патреоне и на ютубе потому что соответственно деньги с, с этих площадок их теперь вывести просто невозможно ну по крайней мере до в настоящее время и собственно я их получать не буду для всех желающих в будущем поддерживать производства контента собственно будет дополнительно все сделано а какая-то видимо другая площадка вот а, ну, пока что мне кажется это будет и справедливо потому что я я контент не делаю хотя в телеграме там я публикую всякие я разные посты с в том числе с интересными ответами на, на, на вопросы но а так как такого вот объемного контента я не делаю, ну то и вам не стоит тратить свои деньги. Ну и, наверное, они вам в текущих реалиях будут нужнее. И, наверное, это все, что я хотел сказать на данный момент. Да, было интересно делать этот канал. Канал этот делался уже очень долгое время. Собственно, на нем много чего менялось. Но, как мы видим, в конце остался лишь я один, и в итоге все это замораживается, и удивительным образом все так совпало, что как бы, ну, я, по сути, немножечко заранее к этому подготовился и, и был уже морально готов, собственно, заморозить этот канал. И я надеюсь, мы с вами увидимся на новых площадках с новым контентом. Будем двигать науку дальше и просвещаться. Вот. Всем, всем спасибо. Переходите по ссылке, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Собственно, там будет вся самая актуальнейшая информация про новый контент. Ну, а, а пока новый видеоконтент не появился, там есть чем себя занять. Все. Всем желаю отличного настроения насколько это ну это возможно Эээ, вот и до, до скорых встреч